Историю появления нового городского детского сада на Давыдова 14А можно по праву назвать уникальной. Первых воспитанников здесь приняли еще в 1977 году, когда детсад «Искорка» принадлежал заводу «Изумруд». Позже завод продал его в частные руки. Так, более 40 лет, до 2017 года, садом заведовала Людмила Корицкая. А год назад владелица решила освободить помещение, но не на продажу. Детский сад она передала муниципалитету. Вручила эту бумагу и говорит: я вам его дарю. Несмотря на то, что директор завода мне говорил, мы еще что-то сделаем, давайте еще. Я говорю: нет, я его дарю городу. Как только детсад поступил в ведение администрации города, в нем начали масштабный ремонт. Сейчас здесь новые санузлы, электропроводка, пищеблок. Отремонтировали помещения групп, музыкальные и спортивные залы. Осталось лишь закупить мебель и благоустроить территорию. Ну, садик открыт, готов к открытию где-то процентов на 60. После того, как будет закуплено полностью оборудование на пищеблок и будут оборудованы группы мебелью, тогда уже можно будет деток запускать. Готовность сада оценили исполняющие обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк, председатель Думы города Андрей Брик, замглавы администрации Игорь Ткаченко, а также специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования. В принципе, хороший комплекс, который нужен этому району и нашему городу. И хорошо, что мы его, можно сказать, скоро пустим в эксплуатацию. Есть недочеты, те, которые возможно исправить. И именно все нормы здесь по 2018 году учтены Санпина. Это самое главное. Олег Гуменюк поручил найти в бюджете средства на детскую мебель, а также на асфальтирование прилегающей территории. Открыть сад готовится в максимально короткие сроки. Встречать 170 малышей в детском саду номер 42 на Давыдова 14А планируют уже в марте. Анна Бережная, новости на Восьмом.